Славящийся своей природой, плодородными землями Алекминский район в народе называют «второй Украиной». Начало освоения местной земли как плодоносной и ее дальнейшей обработки можно тесно связать с прибытием секты скопцов. Первая их партия прибыла в Алекминск в 1861 году. Они славились своим трудолюбием и мастерством, что хорошо видно по дому, который построили сами скопцы. Он был отреставрирован и начал работать как дом-музей в 2020 году. Прибыли к нам из Туруханского края. Это ныне Красноярский край. Там им было плохо, голодно, им не давали землю. И когда им объявили о том, что местом постоянной ссылки станет Алекминский округ, они даже и обрадовались. Они в пояса, мужчины, это были мужчины, женщины, их дети, они в пояса своих брюк зашили семена огурцов, помидоров, бахчевых и так далее. И эти люди прибывают к нам в Алекминск, их селят подальше от православных, и они начинают свою жизнь в новом северном крае. Они заказывали такие книги и применяли это в своем овощеводстве. Тут и жаркие теплицы мы узнаем, их конструкции, их, значит, есть и схемы их строительства. Под конец я хочу вас удивить, в 1907 году был линолеум. Да, здесь описывается его все достоинства, да, и показаны его рисунки. Находясь в доме музея, действительно поражаешься умением скопцов в те времена. Насколько прочен и высок дом, насколько искусно сделаны и крепки их столы, диваны и сундуки. Удивляешься сохранности инструментов, где можно заметить даже изделия наподобие станка для стрижки мужских волос. Благодаря широким связям и предпринимательскому духу скопцов, алекминские мужчины и особенно женщины могли позволить себе зарубежные товары. В рамках цеха Ланхо мы сегодня делегацией приехали в город Алекминск и знакомимся с достопримечательностями. Ну, многие наши из нашей делегации приехали впервые, но я посещаю Алекминск где-то четвертый раз, наверное. А сегодня, вот сейчас мы находимся в совершенно новом музее, который открылся в Алекминске. Это музей скопцов. Конечно, трагическая судьба этих людей, трагические жизни, но их жизнь своя была. Они вот строили вот такие огромные дома, прямо высокие, вот с большими с такими бревнами. Именно вот дом скопцов вот здесь и открылся музей. Ну и очень хорошие экспонаты, которые сохранились до наших времен, потому что они делали все добротно, качественно. Вот шкафы какие, да, вот эти кресла какие, вот диваны их называли раньше, да. Вот, оказывается, они все делалось на болтах, деревянных болтах, и поэтому они сохранились до сих пор. Как река вскрывалась, вот эти шли суда, которые вот привозили ярмарку. И на этой ярмарке, которая дальше должна была ехать в Якутск, женщины, наверное, все самое лучшее, наверное, выбирали самые лучшие шляпки, самые лучшие украшения, платья. И вот на этих фотографиях Ириска они вообще невозможно красивые. Вот поэтому вот центр вот ярмарки, центр торговли был именно в Алекминске. Особый след в истории Алекминска оставил скопец Ерофей Ириска, который занимался фотографией. Он специально выписал из Германии немецкий фотоаппарат и снимал жизнь и быт местного населения. Благодаря скопцам Алекминск в конце 19 и начала 20 века стал торговым центром, и они, безусловно, сыграли огромную роль в развитии и процветании города Алекминск. А цех Ланхо, который должен был состояться в 2020 году, в этом году, 26-27 июня 2021 года, состоится. Я поздравляю алекминчан с этим большим событием. Поздравляю всех, кто сюда приехал, отметить это событие. Все-таки с какой-то долей, конечно, мы риска все приехали сюда. Но надеемся, что все будем здоровы и счастливы.